Девятилетняя Вера Ращупкина лыжами занимается только на уроках физкультуры, но в этом году решила впервые выйти на соревнования, попробовать свои силы на всероссийском спортивном празднике «Лыжня России». Она, как и все любители, пробежала 2 километра. Я очень люблю этот спорт. Я на физкультуре тоже иногда с собой в класс лыжи беру, когда у нас физра, я катаюсь на лыжах. Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» проводится в 38-й раз, начиная с 1982 года. Это один из самых больших зимних спортивных праздников в стране. Традиционно «Лыжня России» проходит и в Самарской области, в различных городах и районах губернии. На старт выходит более 15 тысяч человек, и каждый год участников ждет сюрприз. В этом году новшество, что у нас все клубы представили свои талисманы, и талисманы бегут сегодня на лыжах, не просто ходят, развлекают, а бегут на лыжах. Ну, посмотрим, как добегут, не добегут, поэтому они больше относятся к летним видам спорта, но тем не менее на лыжах, надеюсь, что смогут добежать до финиша. Лыжный спорт с каждым годом набирает все большую популярность и среди самарцев. Им занимаются от мала до велика. И здоровые, и с ограниченными возможностями. 5-летние дети в этом году бежали дистанцию 300 метров, взрослые пенсионеры 5 километров. Профессионалы замахнулись на десятку. Областная лыжня России по традиции ежегодно проходит на спорткомплексе «Чайка» в поселке Управленческий. Ну, это великолепно, когда такое количество людей участвует в подобных мероприятиях, поэтому показывает, насколько спортивный город у нас Самара, и насколько люди любят спорт и готовы отдаваться ему. К сожалению, наш график мероприятий сместился, да, и мы не попали в общий старт по России, но тем не менее, то количество людей, которое сюда пришло, показывает о том, что никакие помехи не являются преградой для того, чтобы заниматься спортом. Лыжня России, по мнению участников гонки, это не только завоевание медалей и получение ценных призов. Это в первую очередь здоровый образ жизни и привлечение к физкультурному движению друзей и знакомых. Кроме того, отмечают организаторы, Лыжня России отлично дополняет национальный проект демографии, инициированный президентом Владимиром Путиным. А поддержка массового спорта – одна из задач, которая поставлена губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. К 2024 году планируется, что каждый второй самарец будет заниматься физкультурой и спортом. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.